Айгуль Кельдияровой исполняет роли мыши, фрейлины, индианки и китаянки. И все это за час в одном спектакле. По словам актрисы, играть сразу несколько ролей непросто. Успевать, наверное, перевоплощаться, потому что спектакль идет час, у нас 9 переодеваний, 8 танцев. Ольга Мусина – штатная мама молодежного театра. В «Щелкунчике» эта роль тоже досталась ей. У меня была задача не то, чтобы сыграть маму, как обычно, а сделать такую маму, которая не похожа на всех остальных моих мам. Как-то не хочешь, чтобы роли повторяли, чтобы были какие-то штампы. Поэтому я сначала делала такую очень строгую маму, немецкую маму в наших представлениях таких штампованных, какие немецкие мамы. Но в результате она все равно у меня оказалась добрая, милая и праздничная. Режиссером спектакля стал Зиннур Сулейманов из Стерлитамакского драматического театра. Над сказкой работали месяц. Конечно, без курьезов не обошлось. Мышь в такой белой маске, когда она появилась на сцене, один мальчик закричал: «О, это сатана!» И все артисты на сцене засмеялись. «Щелкунчика» ставят во многих театрах. В молодежке отходить от классики не стали, но привнесли в сказку что-то свое. Большие такие интересные отсылки к венецианскому карнавалу или комедии дель арте, что, в общем, не очень прямо сочетается с тем, что принято считать о Гофмане. Поэтому я думаю, это очень интересно. Давай-ка лучше проверим, какие у него крепкие зубы. Мне «Щелкунчик» нравится. Он такой храбрый. Мне мультик нравился. Ну, как Маша подружилась с «Щелкунчиком», и они начали бороться с «Мышиным королем». Там все такое сказочное, волшебное. Мне вот это все понравилось. Окунуться в волшебную сказку можно в молодежном театре до 8 января. Гульфия Мухаммадшина, Алина Таюпова, городской телеканал ЮТВ.